Добрый вечер, друзья. Я решил сделать небольшое видео. Конечно, я очень много думал, выставлять его на канал или нет, потому что будет немножко нецензурная лексика. Поэтому всяких нервных людей или маленьких просьбы убрать от экранов. Но это как бы сермяжная правда жизни, и слов из песни не выкинешь. Хочу сказать то, что попало мне в руки, как бы переговоры двух друзей, один из которых уже был в море, а второй собирался в море и постоянно: ой, когда же меня заберут туда, ой, как я хочу в море, хочу. И в конце вот я послушал и даже узнал себя, когда я первый раз пошел на пароход. И за таких вот именно я с ним на 100% согласен, такие же у меня чувства одолевали, потому что попались такие же люди, как ему. Поэтому я его очень хорошо поддерживаю. Тот, кто не знает меня, потому что постоянно спрашивают: а кем ты на судне работаешь? Я старший механик. Но я такого, конечно, не позволяю и не допускаю. Я работаю со всеми по-другому. Если хотите посмотреть, как это происходит, смотрите 136 серий. Ну, а теперь слушайте впечатление от первого рейса человека, который пошел работать в машинное отделение. Лучше привыкать к такому, потому что если вы будете летать в розовых облаках и придете и увидите вот такое вот, то вам будет, как говорится, очень мучительно больно. Поэтому лучше настраиваться на такое. Ну что ж, поехали. Закрываем уши и, в общем, смотрите дальше. Почти закончил монтировать это видео и вспомнил самую главную мысль, которая должна присутствовать перед тем, как посмотреть это видео. Когда в будущем вы станете капитанами или стармехами, помните, кем вы были. Вот это надо просматривать тем людям, которые типа все знают, всезнающие, да. И поэтому оставайтесь всегда людьми. У меня был тоже печальный опыт, я просто смотрел на таких своих начальников и просто видел, как не надо работать. И теперь я делаю все наоборот. Поэтому еще раз, обязательно к просмотру суперумным в кавычках и супер полубогам в машине или на палубе. Если, конечно, раньше не отправят с этой армейской ебаной системой, которая сейчас у нас тут. Блин, много чего, конечно, рассказать есть. Это капец. Знаешь, еще раз хочется послушать твой первый раз, когда ты был. Просто реально хочется сравнить. Какая жопа. Глубже, твоя или моя? Я все понимаю, да, я знаю, они для романтики там сидят, просто, ну, я и не думал, что тут люди сидят, чтобы уебывать самих же себя, понимаешь, гробить, блядь, потому что у нас такая пиздячка просто, что ж, тяжело передать словами, нахуй, там, в 7:30 начинаешь и в 5 заканчиваешь, вахт нету, машина типа на ЮМСе, ну, я думаю, ты знаешь, что это, блядь, 4-го нету, вся машина на 3-м и на 2-м. Третий у меня ёбнутый, блядь, слава богу, он уже уезжает. У этого, понимаешь, у этого тупо шиза нахер. И даже ничего не сделаешь. У него где-то, знаешь, заметит на палубе в машине где-то кусочек, ну, где-то красочка. Или не краска, масло где-то, да, капнуло. Все, сразу пизды раскидывает. Такое, что, блядь, там, ебать, аж текать хочется. Вот, да и тем более, я тебе, знаешь, так скажу, в принципе, я тоже пальцем не деланный, блядь. Первый раз, когда он мне начинал там натягивать, то я ему изначально, еще там недели две прошло, он там, знаешь, его шиза схватил, он там начинает мне рассказывать, какой хуёвый. Я ему как бы объяснил, что, дорогой, ты знаешь, ну, дело такое, не нравлюсь я тебе, значит, делай так, как знаешь, там, можешь на меня всякие малявы писать и так далее. Но это он так не прокатило. Этот говнюк на меня деду настучал, короче, что я, мол, типа, суставы нарушаю тут, блядь. Не слушаю никого, он меня тут уму-разуму учит, я его нахуй посылаю. Короче, дед мне, типа, мол, ну, давай так, не веди себя, чтобы потом проблем не было. Вот, поэтому приходится, короче, голову опускать, блядь, когда он начинает хуйню раскидывать. А он, поверь, человек настроения, это просто пиздец, с ним очень тяжело. Вот. Ну, так вот где-то. Да, знаешь, вот нихуя не спросишь. Вроде бы как он обещает что-то объяснить, но ему что-то спрашиваешь, он начинает там пизды потом давать. Ну, где-то в конце рабочего дня, когда ты уебанный весь.
в поту весь, блин, уже уставший. А он начинает, что ну, ему моторист нужен, а не студент, блин, чтоб спрашивать там, понимаешь. А потом же начинает пиздоразать за то, что что-то не знаешь. Вот. Потому что, мол, типа, моторист должен все знать. По-моему, у тебя чувство юмора обострилось. Ты так весело начал шутить. Тебе побольше нужно с такими механиками, с третьими работать. Хотя я в первый раз в жизни слышу, что третий механик имел такие полномочия второго или деда там кого-то разваливать. Вообще такие небывалые случаи. Если почитать обязанности моториста, там черным по белому написано, что моторист подчиняется второму, ну, соответственно, и деду. Ну, как третий может прям так себя вести, я диву даюсь. Да-да, то есть оно где-то так. Вот. Как бы тут, понимаешь, такая система. Значит, дед – администратор. Моторист есть только у второго и у третьего. Четвертый раньше был, но все заведование теперь четвертого перешло снова же на плечи второго и третьего. Вот. Ну так как они тут, знаешь, блядь, у меня просто третий, он такой парень, он, блядь, выебнуться любит. И ему нужна хорошая характеристика, поэтому мы тут хуярим так, что мама не горюй, блядь. Я, блядь, у меня, блядь, просто слов нету, нахуй. Я так еще не пиздяк, я тебе честно говорю, блядь. Я, сука, я за 2 недели, блядь, я тебе фотку сейчас скину, блядь, я похудел килограмм на 15, наверное, блядь. Понимаешь? И меня, блядь, никто еще, когда я так хуярил, меня никто еще после этого даже не разъебывал. Понимаешь? Вот, блядь, тут особенность этой компании, вообще этого судна в том, что чем больше ты хуяришь, тем больше тебя разъебывают. То есть вот так вот. Блядь, это пиздец, я тебе говорю, нахуй. Пидоры, слава богу, въебывают уже. Приезжает Индонез, будут новые проблемы. Я думаю, языковой барьер. Но это куда лучше, чем, блядь, этот шизик, которого, честно, мне 26 лет, я боюсь его что-то переспросить. Потому что этот пидорас меня так за яйца держит, блядь, что я не могу ему даже ни нахамить, ни нагрубить. Потому что если я ему, блядь, левое слово скажу, сразу же, знаешь, птичка деду полетит. Вот, а дед предупредил, что у него третий механик профессионал, и он рисковать, типа, им не будет. То есть он выбирает между мной, там, блядь, сырым таким. И им, естественно, то есть что-то не так, до свидос. Им легче будет, я тебе говорю, с нашими как обычно. А, только вот не забывай, у меня тут еще дед остался. И второй. Один белорус, другой... Бля, другой русский, блядь. Сука, а дед у нас, блядь, Лукашенко номер 2, нахуй. Ему надо, чтобы прямо все так было чисто, блядь, чтобы картошка там росла в этой машине, нахуй. Чтобы, блядь, забрать мешок еще с собой, наверное. Блядь. Не, ну так, да, я верю, что все наладится. Просто снова же Индонез снова будет третьим механиком. Он будет никто. Вот. И этот был никто, поэтому его это и так и бесило, блядь. Что? Он, блядь, с кем-то говорит, его не слушают. Да. Его не слушают, блядь. Тебе еще там осталось сидеть. Ты знаешь, я тебе не могу еще точно сказать, потому что судно продают. Уже приезжали представители другой компании, фотографировали, тут ходили. Когда это будут делать, через месяц, через два, неизвестно. Но по контракту я заканчиваю к марту. То есть в марте где-то, в конце марта, вот, в начале апреля. Может быть раньше. А, ну, самый крайний срок, да, это где-то будет 3 апреля. Где-то так. Как оно все будет, я же говорю, что я, блядь, с этой компанией... Понимаешь, я на зоне не сидел, в армии не был, вот, поэтому тут могут предвидеть, что будет дальше, только эти люди, которые там отсидели, блядь, 10 лет, там, знаешь, уже им похуй на все в этой жизни, поэтому что там будет завтра, не знаю. Ну, я уже закругляться буду, у нас уже 2:30 ночи, блядь, завтра пиздячка будет, надо выспаться, вот, ну так вот пока. А там посмотрим. Ничего страшного, знаешь, фраза есть. Нас ебут, а мы крепчаем. Так что это только тебя закалит. Будешь вообще несгибаемым в будущем. Знаешь, между нами говоря, я и на покрепче хую сидел когда-то. Просто тут проблема в том, что, бля, эти импотенты выебать даже нормально не могут. От этого хуёво и тебе, и им, бля. Понимаешь, бля, вот и всё, нахуй. Что, бля, гандоны КГБшные какие-то, бля. Ну я, конечно, удивляюсь. Ты же человек такой, который вот всегда находил общий язык с такими старыми подонками. Ну что же случилось? Такого не может быть. Тут как бы война идет, понимаешь, между вторым и третьим.
Вот, они на разъёб кидают тебя потихоньку. Потому что, типа, второй что-то за тобой заметит, там, возьмет, блядь, там, пнет третьего за это. Вот, а третьему это, блядь, не нравится, он, знаешь, особо со вторым закусываться не хочет, потому что, мол, типа, ну, куда ж там, вот, третий, второй. Ну, меня, может, там, знаешь, любит, блядь, за это, там. Вот, не, второй тыкнул носом, блядь, ткнул меня носом, нахуй, блядь. Ну, вот такие вот... постоянно вот стычки идут. И, знаешь, я же говорю, что я как бы первый раз хотел выкрутиться этой всей хуйни, послал его нахуй, сразу же, типа, сказал, что, типа, дорогой, знаешь, ну, как бы намекнул другими словами, чтобы мне похуй, блин. Что ты там думаешь обо мне и там твою войну, давай я буду просто себе работать и все. Но этот хуй этого не дал, блядь. Он, видишь, он сразу же стуканул на меня деду и... Ну, и стуканул по-другому, все совершенно по-другому, то есть не так, как там у нас было с ним в разговоре, то есть он реально перекрутил и типа, мол, что он мне там, я же что политику объяснял, я тут, ну, развернулся и ушел. Вот. Ну, поэтому, как бы это уже, понимаешь, педерсия, блядь, это уже даже не то, что разъебы, это просто ты понимаешь, что в любом случае ты получишь пиздюлей. Вот, сделал, не сделал, хорошо сделал, плохо сделал, ты получишь пиздюлей. Ну, такая вот система просто. И знаешь, когда мы с ними нам уже мирно поговорить, он мне это объяснял, что типа здесь такие правила вот работают, что, мол, офицер всегда прав. Если офицер не прав, смотри, первое правило, где офицер всегда прав. То есть, ну, что такого типа. Ну, удачи тебе, не грусти, жду в следующий раз новых сообщений тебе. Счастливо, пока. Ну, здорово. Что ты там, как ты там? Я наконец-то есть возможность, вышел на связь уже. Мы в Индии сейчас стоим. О. Я тебе, кстати, рассказывал, у меня приезжает, да-да, говорил, у меня приезжает, приехал новый мой начальник с Индонезии. Классный мужик очень, вообще, я тебе скажу, у меня все перевернулось уже с ног на голову. То есть, если раньше было пиздец, то сейчас вообще все заебись. Хоть даже мы и не понимаем, ну я, точнее, я его не понимаю немножко, вот, но зато с ним намного легче работать, в любом случае, вот. Ну а так, в целом, ну что могу сказать, порядок пока, что там у тебя, что там намечается в будущем? Не, ну да, я согласен, как бы стало лучше, но в любом случае... Отсутствие опыта, оно дает о себе знать, потому что до сих пор, ну, у меня такие ошибки бывают, знаешь, которые только допускают люди, первый раз попавшиеся на судно. Вот. Ну, пока так, пока терпим. Ну, не знаю, я потом, когда приеду уже, поспрашиваю, ты тоже, когда первый раз был, ну, там, сравнить вообще, одинаково тупили или все-таки какая-то разница есть? Тебе объяснить, в техническом плане, вот, когда какие-то ремонтные работы проводишь, со многим просто впервые, тупо впервые встречаешься, стыкаешься, и, ну, поэтому, казалось бы, простые обычные вещи, которые, ну, логично можно, да, додуматься, вот, для меня не впервые, поэтому я там иногда туплю, там, что-то не так могу сделать, там, вот, ну, где-то так вот. Да и много другого такого там, допустим. У нас просто такой, блядь, порядок, понимаешь, там, не дай бог, взять ведро с одного там назначения, да, и применить его по-другому. Там, к примеру, если ты моешь этим ведром ЦПУ, да, то ты только ЦПУ, не дай бог, блядь, его возьмешь, блядь, на что-то другое. Вот типа вот такого что-то. А, конечно. О, знаешь, ты бы был бы моим начальником, я бы тебя любил бы всю жизнь. Чтоб так они все думали, блядь. Это вот индонез приехал, вот он такого типа вот мышления, как у тебя. А до этого был пиздец. Ты что? Как это так, блядь? Ого! Ты, блядь, должен тут все знать, нахуй. О, да, о чем речь? Тут, извини, если тот гандон, третий механик, блядь, на время меня ставил прокладки делать, понимаешь, бля? И потом меня разъебывал, что тут, извините, филиппинцы, блин, они очень все быстро делают, а я тут такой приехал, бля, всем мешаю, хожу. Вот, то, ну, тут, может быть, я уже не знаю, как правильно рассуждать. Нормально, может быть, обстановки, да, это бы не считалось, что какие-то мои ошибки.
Вот. А так, ну, к чему говорю, что вот, когда вот моточистка там была, там принести вот то, а вот сюда, блядь. Ну и хуй знает, что приносить сюда. Ну, разъёбы. Ну, где-то так. Да, была, и даже 3 раза дергали цилиндр. Ну как, моточистка, то есть нам приходил приказ с офиса, так как судно продается, типа сделать ремонт, да, чтобы главный там без всяких выебонов был. Мы дергали головку, потом вытягивали втулку на двухтактном, естественно, там все по-другому. Я, бля, впервые когда делал, да и сейчас когда делаю, для меня все равно все, бля, я как-то, знаешь, как-то на 4-тактном, когда делали, к нему больше привык, на 2-тактном там пиздец. Втулка такая, что, бля, втулку, там поршень. Вот это мы меняли все дело, ставили назад. Вот, все бегают, нервничают. Вот это вот, знаешь, отдельная черта вот наших вот людей. Когда иностранцы работают, у них как-то все пе-пе-пе-пе-пе-пе. А наши начинают работать. Сразу, блядь, такие крики, нервы. То, бля, люди, я чуть не понимаю тогда, почему у нас средний возраст, там, бля, люди умирают в 60 лет. Так ебать, и, конечно, если вот ты вот из этих 60 лет 30 проработаешь, и 30 на нервах, 30 лет, то, блядь, что ж тебя там хватит, да? В 55-60 лет и туда, под землю иди. Потому что, ну, ебо, вот я просто сравниваю, как филипки работают, да, вот там вот Джин Донес приехал. Да, если что-то не получается, там, да, так что-то про себя. Бля, у этого, если что-то не получается, сразу разъебы. Ебать. Да, вот так 3 раза уже дергали. Эти 3 раза меня разъебывали, блядь, за всякое. Там что-то недослышал, там что-то, блядь, не то принес. Ну, такое, блядь, понимаешь, надо мысли читать. Тут ушами пользоваться не надо.